надо допустить, чтобы разрушился город, потому что у нас здесь дети, старики, ну и сами по себе жители. Мы же дружно живем здесь. Я не хочу, чтобы здесь происходили военные действия. Набагато гірше стало. У мене один син в ВСУ наразі воює з ними, а до іншого я їду. У Токмакова в окупованому місті. 10 років хлопцю, і я не можу туди пробитись ніяк. Криша їде, телевізор включаєш, там, ну що, смерті, діти, роддом, все, кришиться. Сколько это будет продолжаться? Скажите, ну, когда оно? Обещают же, кажут, 29-го. Или на 8 лет мы запряглись обратно с этими, с братьями, сестрами. Я имею в виду Россию. Ведь мы же были братья-сестры. Белоруссия, Россия, это ж воевали наши отцы, наши деды вместе. Ну, все життя изменилось. Стресс, страх. Слезы, я ничего не могу сказать. Очень больно, очень больно, что наши города погибли. Столько детей, это ж... Ну как это, я не могу понять. Сам с Энергодара, к нам уже заехали эти оккупанты, военкомат закрыли, дело полиции вроде как закрыли. В общем, я приехал вчера из Энергодара в Запорожье, чтобы военкомат, дай бог, возьмут куда-то, в ЗСУ или в тероборону хотя бы. Втратили работу. И вообще, в принципе, все прелесть обычной жизни. Сидишь дома постоянно. Страшно. Постоянно боишься вот этой вот орущей сирены. Ничего, скоро победим, и все будет хорошо. По-другому никак мы не можем, только ждем победы. Вообще-то, кто его просил сюда, чтобы он к нам проходил? Никто ж. Вот видите. Ну а так, как у всех наших украинцев. Все, слава Украине. Российский танк пошел ты